столице Верхней Волжи благодаря национальному проекту «Демография» модернизирован центр занятости населения. Работа проведена в рамках реформирования органов службы занятости Российской Федерации, которая ведется во всех регионах страны. Теперь учреждение называется «Кадровый центр работы России». От Центра занятости населения к Кадровому центру «Работа России». Именно так теперь называется место, где соискатели и работодатели будут получать комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций. Переход на интерактивный формат взаимодействия с получателями услуг, оптимизация операционных процессов за счет межведомственного взаимодействия с другими органами позволяют значительно сэкономить время граждан и работодателей при обращении в кадровые центры. Поменялось не только внешний вид, поменялось сознание наших работников. От специалистов центра занятости мы перешли к кадровым карьерным консультантам, цифровым консультантам, которые будут оказывать помощь всем нашим гражданам, которые обращаются в службу занятости. Мы нацелены на результат, мы активны, мы готовы оказать всяческое содействие всем нашим посетителям для того, чтобы сократить период безработицы, для того, чтобы наши безработные не испытывали дискомфорта в период безработицы. Если они пришли в центр занятости для работы, мы готовы в кратчайшие сроки ее найти. Посетители кадрового центра ждут удобная навигация и комфортные специализированные зоны приема, персональные консультанты и новые услуги, а также цифровые сервисы, где можно получить бесплатный доступ к порталу «Работа в России», рекрутинговой площадке по подбору персонала, госуслугам, интерактивному порталу службы занятости населения Тверской области. Для посетителей с детьми создан игровой уголок. Одними из первых с работой центра ознакомились работодатели региона. Мы, конечно, стараемся использовать различные источники привлечения персонала. Центр занятости – это один из этих источников. Работаем с ними, сотрудничаем достаточно давно. Внимательно относимся ко всем программам, которые предлагает центр занятости. Плюс занимаемся квотированием рабочих мест для категорий персонала, которые нуждаются в дополнительной такой социальной защищенности. Добавим, что трудоустройство коренных жителей Верхневолжья на местные предприятия обозначено губернатором Игорем Рудени в числе региональных приоритетов. Важную роль в этом играют центры занятости, через которые можно найти работу, пройти программы обучения, повышения квалификации.